Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня у нас на видеообзоре крутая коляска фирмы Desland. Это аналог коляски Stokke. Она необычная, она космическая, как все мои клиенты говорят. Давайте посмотрим. У нее рама, посмотрите, она держится всего лишь за счет одной вот такой вот балки. Прикольно. Очень классный материал, выполненный под лен. Козырек опускается максимально. Можете его отстегнуть, если он вам не нужен. Накидка на ножки отстегивается здесь по бокам. И вы можете достать малыша. Очень толстый матрасик, прям очень-очень-очень толстенький. И внизу у вас вентилируемое дно. Если что, перетаскивать саму коляску очень удобно. Здесь вот по бокам есть ручки. Вытаскиваете и переносите. Очень-очень классно. Сзади на козырёчке у вас огромная москитная сетка для лета, для циркуляции воздуха, чтобы в летний период вашему малышу не было жарко. Для зимы все хорошо закрывается. Здесь бренд Desland в светоотражателях выполнен, чтобы в ночное время было видно. Также необычность данной модельки в том, что она у вас регулируется парами вверх-вниз. Что вам нужно будет сделать? Вот здесь отстегиваем и опускаем полностью ее вниз. То есть вы можете опустить ее до самого низа. И, конечно же, зафиксировать. Можете сделать чуть-чуть повыше, если захотите. Сама ручка также регулируется. Натягиваем вот этот клапан и опускаем ручку вниз. Вниз. Можете также опустить полностью. Если, например, у вас есть второй ребенок, который маленький. Также регулируется эта ручка по вылету вверх-вниз. Вот так вот. Удобно, правда. Колеса у вас идут резиновые, прям резина бескамерная, вот прям настоящая резина. Рама это V6. Отличие в чем? Нажали, колеса стоят. Нажали, колеса будут крутиться. У предыдущей модельки нужно было нажать, поднять. Ну, в принципе, как у многих колясочек. Здесь немножко по-другому. Плюс здесь стали совсем другие диски по сравнению с прошлой моделькой. Снимаются задние колеса с нажатием вот этой кнопки. В идеале все колеса снимать раз в месяц. Зачем? Пишите в директ, проконсультируем. Передние колеса у вас вращаются на 360 градусов и фиксируются. Ставите прямо, поднимаете, поедет прямо вниз. Будет крутиться. Переднее колесо не снимается, сразу говорю, поэтому не пытайтесь. В комплекте у вас идет вот такая сумка, которая крепится прямо на каркас. И также в комплекте у вас идет, сейчас все покажу. У вас идет подстаканник, вот сюда вот он, если что, у вас вставляется. Москитная сетка, два дождевика идет, инструкция. Вот здесь не буду вытаскивать. Как вам сказать, заглушка, которая вставляется вот сюда, чтобы более аккуратно и эстетично все смотрелось. И у данной модельки даже есть свой серийный номер. Серийный номер, как на машине. Сейчас покажу дальше. Когда коляска фиксируется, вот видите, у вас здесь загорится зеленый цвет. Когда вы будете ее вытаскивать, будет гореть красный. Очень удобно. Сейчас я вам поставлю второй блок. Сейчас мы все поднимем. Снимаем блок, нажимаем две вот эти вот кнопочки, вытаскиваем и ставим второй. Не пугайтесь, пожалуйста, сейчас я вам прицеплю сюда козыречек, сейчас все будет. Все снимается с предыдущего блока. И просто сюда вставляется. Будет выглядеть ваш прогулочный блок. Он также ставится хоть под маму лицом, хоть к маме лицом, как вы захотите. Козыречек у вас один и тот же, поэтому вы здесь также можете открыть москитную сетку для лета для циркуляции воздуха.
Что касается внутренности, этот блок в основном используют 6 месяцев. Вот эту вот дополнительную вещь вы можете убрать полностью. Смотрите, она здесь у вас идет с дополнительной мягкостью. Сам блок у вас регулируется также по раме. Бампер, если что, снимается с нажатием двух кнопочек. Можете отстегнуть его полностью и постирать, если вдруг малыш запачкал. Подножка регулируется по высоте. Вот здесь есть белая кнопка. Нажимаем и вытаскиваем, либо засовываем. Также она регулируется по наклону. Что вам нужно будет сделать? Вот здесь есть белые кнопки. Нажимаем и опускаем. В том положении, когда ребенок находится лицом к маме, вы можете опустить ее полностью. Прям полностью. Что еще мне нравится в этой коляске? Есть свой зонтик. Вот с той стороны. Вы можете его отогнуть в любую сторону, в какую захотите. Здесь вот такой механизм, который прям гнется. Видите, в какую сторону надо, в ту и отогнули. Давайте вытаскиваю блок и покажу, как полностью коляшка собирается. Давайте сейчас соберем колясочку, чтобы не занимать ваше время. Также нажимаем на две кнопки, вытаскиваем блок, сейчас я его унесу. Приспособиться к коляске все равно придется, потому что она складывается необычно. Смотрите, опускаем полностью вниз, вот так вот, опускаем здесь, пониже. И что вам нужно будет сделать? С какой стороны вам показать? Вот тут вот есть кнопка. Вот видите, кнопка. И ее нужно будет натянуть на себя. Раз. Сейчас покажу. Раз, два. Здесь нажимаем кнопочку. И она у вас собирается. Вот так примерно будет выглядеть. Также можете катить ее за собой, поставить на тормоз и поставить около стенки. Данную колясочку вы можете заказать в комплектации 2 в 1, либо 3 в 1. Переходите на наш сайт, пишите мне в WhatsApp, я вас проконсультирую. Сейчас она в наличии по супер сниженной цене, поэтому приходите к нам. Пока-пока.